Друзья, всем привет! Нахожусь сейчас в Лондоне, сегодня будет торговля. Приехали мы на семинар к Тони Робинсу, настолько сильно качал, что видите, захрип. Сегодня будет торговля, буду разбирать ошибки, покажу вам свою полную торговую сессию. Обязательно досмотрите это видео до конца, погнали! Итак, ищу сигнал. Пара евро-канадец. Нашел вот такую вот позицию и заключаю сделку на понижение. Смотрите, почему я здесь зашел на понижение. Общая тенденция нисходящая. Пики становятся ниже предыдущих. Есть уровень поддержки. Уровня сопротивления здесь четкого нет. Я ускоряю видео и смотрите, я зашел в неудачной точке. И в последнюю секунду сделочка закрывается в минус. Ничего страшного. Но анализ был верным. Смотрите, цена дальше не пошла. Все. И через несколько секунд цена пошла вниз. Но я не успел. Ничего страшного. Да, не хватило мне там 10 секунд. Смотрите, следующая ситуация. Вот, отличная точка. Я только хочу заходить и не успеваю. И все, цена уже пошла вверх. Такой сигнал лучше пропустить. Вот, смотрите, но анализ правильный, да, есть уровень поддержки, и цена пошла вверх. Вот, эта же ситуация, я обрезал видео, вот, вернулась цена в эту точку. Вот, смотрите, начинается вроде бы разворот, да? Вот, цена дальше не идет. Вот, хорошая точка, и я заключаю сделку на повышение. Итак, уровень поддержки у нас здесь по-прежнему сохраняется, все нормально. Ускоряю видео и смотрите, цена идет вниз. Небольшая произошла коррекция, да? Вот на 2 минуты сделочка зашла. И вот смотрите, в последнюю секунду опять сделка у меня срывается, а анализ был правильным, да? Произошла маленькая коррекция там на 20 секунд. Все, смотрите, и цена пошла вверх. Итак, смотрите, я сделал паузу, я вернулся через 1,5-2 часа, и вот уже захожу на понижение. Сразу же нашел сигнал, сразу же влетаю. Вы смотрите на время. В левом верхнем углу время. Отличный сигнал. Вот если вы уверены в сигнале, сразу же заходите. Видите, я сразу же зашел. Все шикарно. Сделочка закрывается в плюс. Торговлю я уже записал и теперь ее для вас комментирую. Отличный здесь коридор. Видим, да? Есть уровень сопротивления, есть уровень поддержки. Вот, отличный уровень поддержки. Так, продолжаю я торговать фиксой. Вы меня просите, чтобы я торговал фиксой. Я торгую фиксой. Придерживаюсь своей концепции. Первое, торгую по скальпингу, торгую по money management. Это 10% от депозита, от начального депозита. И торгую по риск менеджменту. 5 сигналов за одну торговую сессию. Смотрите, захожу от уровня поддержки на повышение. Вот, пока я зашел в 4-й сигнал, я уже ищу 5-й. Зачем мне следить, да? Я же догоны здесь не использую, я торгую фиксой. Вот, смотрите, хорошая позиция. Я не спешу, жду. Вот, отличная позиция, я заключаю сделку. Правда, зашел не там, где хотел, но все равно. Хорошая точка входа. Смотрите, какой здесь идеальный уровень сопротивления. Все отлично, цена пошла вниз. То есть не наблюдайте, да? Вот вы зашли в сделку, не наблюдайте, если вы не используете догон, сразу же ищите следующий сигнал. Так, смотрите, я здесь зашел на 2 минуты, а не на 1 минуту. Потому что посмотрел по прошлым ситуациям, что минуты мало, да? Побоялся я на минутку. И сделка зашла бы в минус. Вот здесь, смотрите, минуты достаточно. Смотрите, прошлые пики. Раз, два, три, четыре, пять. 5 пиков. Все бы сделки зашли. Итак, этот сигнал у нас заходит в плюс. Что у нас здесь? Здесь опасная ситуация.
но уровень поддержки сохраняется. Так, это получается последняя сделка. Всего 5 сигналов. 5 сигналов. Но, когда я сделал 2 минуса, я взял паузу. Я, ребята, взял паузу, ушел вниз снимать для вас видео, перезагрузился и пришел и сделал 3 плюса. Все, ребята, сделка зашла в плюс. Я свою норму выполнил и на этом я заканчиваю. Все, норму мы сделали, заработали там $100. И останавливаемся. Останавливаемся. Все, ребята. Здесь я еще просматриваю ситуации и все. Вот. Вот мои сделки. Я всегда показываю сделки. Смотрите. Я торговал в прошлый раз, смотрите, вот 5-го. И продолжил торговлю 15-го. Я всегда показываю свои сделки. Я показываю всегда все на своем примере, что без риск-менеджмента, без мани-менеджмента и без своей стратегии вы здесь никогда не заработаете. Смотрите. Всего у меня 10 сигналов, да? Я торговал, получается, на этом счете. В прошлом видео я создал счет, поторговал. Заключил 10 сигналов. Из 10 сигналов у меня все сигналы были верны по анализу. По анализу все сигналы были верны. Видите, но первые 2 сигнала у меня не заходили, да? Там мне не хватило немного времени. То есть привыкайте к этому. Не бывает такого, что вы всегда будете торговать в плюс. У вас может быть правильный анализ, но сделки могут заходить в минус. Ребята, я вам показываю реальную торговлю. Ничего сложного нет. Скальпируем, придерживаемся дисциплины, уходим, перезагружаемся. Смотрите, первые 2 сделки я заключил в 19.03. Да, вот в 19.03 и в 19.07. Я словил 2 минуса. Что я делаю? Я не продолжаю торговать, иначе я бы слил. Я прихожу вот в 20.53. И смотрите, 20.53, 20.55. То есть за 2-3 минуты я сделал 3 сделки, и они у меня зашли в плюс. Все, я перезагрузился, я не продолжил торговлю. Вот чему я вас учу, дисциплине. Здесь очень просто, здесь торговать очень просто. Заработать здесь тяжело, потому что из-за дисциплины все сливают. И вот когда я смотрю этих гуру-трейдеров, там, они рассказывают про Фибоначчи, про кластерный анализ, там, какие-то объемы. Какого хрена вы торгуете на бинарках? Идите на биржу, если вы такие крутые. Что вы забыли на бинарках? Рассказывают про объемы, про всякие там мега крутые супер уровни, супер стратегии и торгуют на минутки на опционах. Я вам показываю, как зарабатывать на опционах. Опционы — это не биржа, это не рынок. Это вообще другая среда. Мы здесь торгуем на минутки. Нигде вы больше на минутки торговать не сможете. Ловить вот эти вот пики и просадки. Такое возможно только на опционах. Я вам показываю все на своем примере, как реально заработать. Я сниму, кстати, отдельное видео, покажу, как они торгуют на фейковых счетах. Они никогда вам не дадут доступ к своему счету, они никогда вам не будут показывать статистику. Просто столько вот развелось сейчас этого дерьма. И превратили это все просто в цирк. Вот этот вот заработок превратили в цирк. И скрываются под крутыми какими-то трейдерами они. Здесь опционы, это не рынок. Если ты крутой трейдер, вали, блин, на биржу. Итак, то, чему я вас учу, я сам этому следую. Стратегия была. Поторговал я по скальпингу. Все очень просто. Money management был? Был. На один сигнал 10% от депозита. Все. Одна сделка $200. Одна сделка у меня — это один сигнал. И риск менеджмент 5 сигналов за одну торговую сессию. Вот. У меня одна торговая сессия в день. Просто это аккаунт для обучения. Вот на этом аккаунте вот. У меня 5 сигналов за одну торговую сессию. Все. В день больше 5 сделок я не делаю. Я, опять же, ребят, я вам дам доступ от этого счета. Опять же, выложу доступ. И вы сможете зайти и посмотреть, как я торговал. Но я все показываю в своих видео. Так что, если какой-то трейдер говорит, у меня есть грааль, вот я умею торговать, а он не умеет, у меня супер стратегия. Вы говорите, хорошо, молодец. Покажи свою статистику сделок за 3 месяца, за полгода, за год, да хотя бы за месяц. Покажи мне всю статистику своих сделок.
он вам ни хрена не покажет. Если эта стратегия работает, ну покажи мне свою статистику, если ты такой крутой. А я показываю статистику. Вы всю мою статистику можете посмотреть. Так что смотрите внимательно, кого вы смотрите. Смотрите, кому вы доверяете. Вы доверяете красивым словам или реальным результатам? Итак, на этом я с вами буду прощаться. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по обучению и заработку. Первая ссылка в описании. Чтобы сюда попасть, достаточно написать сообщение сообщества «Прими в команду» и отправляйте в сообщение. Попасть можно только таким способом. У меня одна единственная группа по заработку. Она в ВК. Нет никаких платных там телеграм-каналов, нет никаких платных чатов. Этого всего нет. Только одна единственная группа по заработку, и она в ВК. Все остальное — это мошенники. Не ведитесь на мошенников. Ребята, я никогда никому первым не пишу. Я никогда ни у кого не прошу там скинуть мне деньги. Все оригинальные страницы у меня в описании под видео. Ну и подписывайтесь на все мои каналы. Это Инстардинг Торговля. Здесь одна торговля. Все ссылки в описании. Нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на канал по мотивации. На этом канале только мои мотивационные видео. На этом канале нет торговли. Нажимайте подписаться. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Третья ссылка в описании. Канал с сигналами. Вторая ссылка в описании. Также подписывайтесь на канал с советами. Четвертая ссылка в описании. Подписчики мне присылают свои видео, и я публикую их на этом канале. Здесь очень много интересной и полезной информации. Нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на мой официальный инстаграм. Смотрите, все остальное в инсте — это развод. Официальная страница только одна единственная. Запомните это. Инстардинг. Вот. Все. Все остальное — это развод. У меня одна страница в инстаграме. Запомните, пожалуйста, это. Если кто-то вам пишет с других страниц или говорит: я сотрудничаю с Тарасом, меня Тарас попросил — это все развод. Я ни с кем не сотрудничаю. Запомните, ни с кем не сотрудничаю. Ну и подписывайтесь на основной канал. Нас почти уже 150 тысяч. Нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку и доверие. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли. Пока. We'll be right back.